Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и все, кто смотрит мой канал. Вот была у нас вот такая вот одна мышка. Ну, они красивые, исполнены. С хорошим настроением, улыбающиеся. Вот она стояла, кто-то подарил. Вот это была первая мышь. Потом мы с другом зашли как-то в комиссионный. И попались вот такие мыши даром, короче. По тем временам $1. Видите? Я не знаю, что это. Фарфор, керамика. На фарфор похоже. Я не знаю, кто они, что они. Ну, для перчика, для соли. Я их взял. Тоже смешные такие. Потешные. И так они у меня остались. И так стояли мои три мышки. Никого не трогали. А потом начали попадаться мыши. А сейчас вообще в связи с этим бумом выпускают все, кому не лень. Все стараются сделать на этом деньги. Но мне это на руку. Интересных, смешных, но везде что-то деньги, деньги, дребеденьги. Везде, кругом, все, мышки связывают с деньгами. Ну, это, видите, магнитики на холодильник. Здесь вот такая веселая мышь. Здоровья желает всем с гитарой. Конечно, по качеству исполнения. Вот и цена стоит 40 ре. Какой материал, тоже я не знаю. Но это магнитик, но мышь. Вот. Вот такая вот мелочь есть. Видите, фаланга пальца, и то больше, чем эта мышка. Мне показалось это смешным, интересным и веселым. И я купил очередную. Вот такая мышка. Ну, это американская мышь, наверное. Видите, что она держит. Это маус. То, что держит знак доллара. Тоже из этой же серии мелких. Тоже такая же. Ну, видите, все маленькие и разные. Вот такой вот агрессор. Тоже есть, видите, в каске. Это какой-то военный крысюк. Пацюк по-украински. Крыса, пацюк по-украински. Ну, тоже это машинный род. Тоже с чего сделано, я не знаю. Ну, что-то такое, не пластик, конечно. Ну, а тут целое семейство. Закрома у них, что там у них, наверное... Насобирали пшеницы. И здесь семейство тоже. Большой удачи подписывают. Ну, такие смешные, интересные, подмечены такие улыбочки. Позитивчик. И успехов. Видите, люди ориентируются на другие там обереги какие-то. Ну, у нас оберег только один Бог, Творец и Создатель. На него только и уповаем. Народ развлекается как может. В чем-то ищет радость. Вот, видите, девчонка встала с постели. Вот такая мышь. Вот тоже мелочь пузатая с чем-то. Что-то у него там я не разобрал. Вот мышь с яблоком. Сбор урожая у них. Тоже тут мышей
завались. Но это мы видим с зернами, радуются. О, тут английская мышка пришла. Видите, знак фунт стерлингов, счастье. Тоже такая веселая, ушастая мышь. А вот, ага. Такая тоже сидит, притихла. Но это подгжель что-то. Что-то подгжель. Ага, гжель. Ну, не знаю, много подделок, жель. Хорошая штука, хотя тут ничего такого и нету. Странного. Гжель, да и гжель. В своих цветах, в своем раскрасе. Ну, нормально. То же самое, только вид спереди. Ушастик. Вот так вот она раскрашена. Но их, наверное, там штампуют. Вау, миллионами. Чик-чик-чик. Покрасили быстренько. В печь обожгли. И вот те мышь. Статуэтка жельская. Так, ну вот тоже опять деньги, дребеденьги. Все мыши разные, конечно, у меня. Здесь одинаковые я не беру. Но есть, правда, одна одинаковая, честно признаюсь. Так, это магнит тоже. О, это уже видно, чья мышь. Раша. Счастья желает. Магнит 50 рублей стоит. Раша. Вот какой-то Микки из-за угла выскочил. Маус, по всей вероятности. Это подвес на ключи. Брелок. Какой-то он такой резиновый. Видите? Это резиновый магнитик. Тоже мышь. Опять деньги. Знак доллара, только в обратную сторону. Неправильно. Видите, с ошибкой. Удачи. Вот такая мышь. Вот магнитик еще с чего-то крепенький. Так он не магнитик. Или оторвался, может быть. Или, не знаю, тоже. Баксы. В ботинках таких мышь. Вау. Ну ясно. Вот такой мышонок. Подарок ему сделали. С розовыми лапками и ушками. Это тоже подвес для ключей. Брелок. Тоже мягкое изделие. Это еще один брелок. И все это мыши. И все это мыши. Лав. Вернее, подушечка с надписью лав. Где-то припылились за ними. Не успеешь. Вот такая вот мышь. Ну, опять то же самое, что и было раньше за роялем. Видите, опять с деньгами. С деньгами. С деньгами. Кому как нравится. Кто как привык. Сейчас это не суть. Сейчас пишут без знаков препинания, без ничего. С малой, без абзацев. Продвигается. Это опять то же самое. Продвигается новое поколение по-своему. У них своя лыжня. Так, вот какой-то дядя-мышь. С галстуком. Вот такая мышка. Смотрите, еще.
электромагнитик. Вот еще мышка, тоже гжелька. Они своими цветами их расписывают. И вот самая красивая мышка, это вот эта девочка. Ха, видите какая, с бантиком, ушки торчком, глазки подкатила. Ха-ха, тоже жаль. Да, вот цветочек. И вот еще какая есть мышь. Но это уже продвинутая мышь. Автомобиль, как называется, доллар. Вот такая, это, наверное, какая-то мулатка мышь. Такого темненького цвета кожи. Мышь, наверное, афроамериканка. И вот еще какой мышь есть. Видите, мышь, можно сказать, жених. Он держит цветы сзади. Там такое отверстие, и они туда вставляются. И вот такой вот жених получился. Ожидает свою возлюбленную. Ну вот, пожалуй, на этом мы и закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь. С вами был канал Олег Икс.